Всем здорово, с вами канал Китай Отличился, и сегодня будет такой необычный выпуск. Сегодня будем паять вот этот усилитель, который нам прислали китайцы. Вот такая вот имеется плата, но он у нас на TDA микросхеме вот такой маркировкой. И, наверное, приступим сразу, не будем тянуть время. У нас имеется мини-джек и две колонки там валяются по сторонам. Так. Ой, извиняюсь за смс. Начнем, наверное, с резисторов. Они у нас тут, их всего два. Они у нас одинаковые. На плате они одинаковые, 47 килоом. Вставляем их без разницы, каким образом вообще. Полярности они не имеют. Так, резисторы у нас встали. Элементов очень мало. Не знаю, вообще будет на работать, не будет. Дальше, наверное, вставлю конденсаторы, электролиты. Вставляются согласно полярности. Вот эта вот полоска, это у нас минус на плате, она также обозначена. Длинная ножка, это у нас плюс. Вставляем. Так, второй. Главное, на плате они подписаны. Так, вот 100 микрофарад и 10 микрофарад, на них тоже написано. Так, длинная ножка плюс, короткая минус. Не забываем. Есть. Так, теперь неполярные конденсаторы. Их два, они у нас одинаковые. Вставляем их согласно маркировке на плате. Так, еще один. Это, видимо, левый и правый канал. Кстати, усилитель был заявлен на 15 Вт. В чем я очень сильно сомневаюсь. 15 Вт, чтобы он выдавал такой маленький усилитель. Не имеет ни радиатора в комплекте, ничего. Посмотрим, сейчас проверим, вообще звук будет идти, не будет. Так, у нас также имеется диод. Диод устанавливается согласно маркировке. Вот это вот серая полоска. И вот она на плате, серая полоска. Ставим ее. Совмещаем. Так, вот все вставили. И, наверное, давайте запаяем, а потом вставим микруху и тоже пропаяем ее. Так, возьмем наш китайский флюс. Который, кстати, так очень херово давится из шприца. Просто невыносимо. Так, вроде везде флюс нанес. Эта камера сфокусировалась. Так, и начнем, наверное, паять. Такой толстый припой возьму. Так, что паяльник у меня. Отлично, паяльник у меня остыл. Ладно, сейчас продолжим. Так, продолжаем. Паяльник нагрелся. Что-то я забыл, что я выключил паяльник. И приступим к пайке сразу же. Так, маленько неудобно так. Кстати, этот китайский флюс очень-очень херово припаивается, я так скажу. Абсолютно вот. Фина не греется. Так, один есть. Так, магия монтажа, все элементы у нас запаяны. Вставил я микросхему, подпаял на два контакта, чтобы она не упадала. Ставится согласно маркировке на плате. И сейчас также ее запаяю и продолжим подключаться уже. Ну вот, все спаяли. Вот так вот это все получилось. Я микросхему вставил, сразу припаял мини-джек, вот такой вот короткий. И припаял колонки. Колонки будут использоваться вот такие вот две колонки. Это по 50 Вт. Лево-право каналы есть. И, наверное, давайте подключим сразу же. Так, чтобы не закоротить плату, подцеплю крокодилу. Возьму, наверное, такой модный телефон, который не жалко. Включим радио. Тоже, чтобы сильно не палиться. Чтобы не забанили за авторские права. Так. Как его включить? А вот так. Что-то радио не включается. А вот радио включилось. И
подадим питание, питается она от 12 вольт. Что-то телефон тупит. Звук есть, слышу шипение в колонках, пошло. Да, вот. И даже работает. Конечно. Антон Шарап пишет, обзывать гомосексуалистами, оскорбить гомосексуалистов. Как Даша повернула. Довольно громко, но когда на максимум делаешь, начинает заикаться. Не знаю, с чем связано, с питанием, скорее всего, это связано. Микросхема так-то греется, кстати. На бутовой радиатор. Поставить так отключенное питание. А так прикольный усилитель, можно будет что-нибудь замутить даже из него. Ссылка, наверное, по усилителю будет под видео. Вам спасибо за просмотр. Пока-пока.